Всем привет, меня зовут Эдисон, и сегодня я объявляю очередной турнир на моем бесплатном сервере. Самые интересующие вопросы: когда он будет, как туда попасть, какие правила и какие призы. Турнир пройдет 14 февраля, то есть в субботу, в 7 часов вечера по Москве. Приходите или вовремя, или за пару минут до начала турнира на нашу арену. Если вы опоздаете, то никто вас ждать не будет, и вы будете дисквалифицированы, потому что другие участники не будут иметь большого желания ждать того, кто опаздывает. Как попасть на турнир? Вам нужно перейти в группу ВКонтакте, ссылка в описании, и зайти в соответствующую тему. Оставить заявку и ждать, пока вас выберут. На турнире будет только 16 участников. То есть, если будет больше, чем 20 заявок, участников будут выбирать рандомно или тех, кто больше всего подходит по требованиям. Потому что, если на турнире будет больше, чем 20 игроков, то он очень сильно затянется на 3-4 часа, и после половины турнира уже там будет очень скучно, и уже не будет желания проводить его дальше. Какие правила турнира? Вам нужно иметь 4 разных покемонов. Бой проходит 4 на 4. То есть, вам нужно 4 разных покемона, за исключением легенд. Легенды запрещены. Шайни разрешены. Вы не можете использовать шапки и хилки. Если они у вас будут в инвентаре, то вы будете сразу дисквалифицированы. Поэтому перед началом турнира просто оставьте их дома. Какие призы на турнире? За первое место победитель получает новую легенду на выбор. То есть или Суйкун, или Энтей, или Райкоу, или Селеби, или Лугию. За второе место человек получает обычную легенду, только Шайни. То есть или Шайни Грудон, или Шайни Мьюту, или Шайни Кьогр, или легендарные птицы. За третье место человек на выбор получает обычную легенду. То есть или обычного Грудона, или Кьогра, или... двух обычных шайни покемонов на выбор. Ну что, заходите в группу ВКонтакте, оставляйте свои заявки, участвуйте в турнире. Жду вас всех 14 февраля в субботу в 7 часов вечера. Всем желаю удачи, всем желаю победить. Всем пока.